Дорогие друзья, сегодня 2 декабря. Мы загуглили, и оказывается, что сегодня Всемирный день борьбы за отмену рабства. Вот, если не верите, можете загуглить. Итак, постановка «Зачарованной Десны», «Джанго освобожденный». Рабы! Так ты скажи, что робить, мы будем робить. Шуточки! Давайте-ка мою любимую песенку вот эту, чтобы сильно не скучали. Поехали! Раз, два! Третий день не спал, не ел, не пил. Раз, два! Увидел лошадь, все слюной залил. Рабы уже есть, даже в курсах валют. На OLX уже нас продают. Раба, it's so cool, I love you. Рвать! Почему мы вечно поем эту дрянь? Может, споем старый добрый час? А может, ты закроешь свой старый добрый рот, нигер? Эй, снежок! Только нигер может называть нигера нигером. Ну так все правильно. У меня мамка все время тупаком называла. Итак, что-то вы расслабились. Давайте-ка, наверное, в путь, да? В путь! В путь, бляха-муха, давай! Стоять, бродяги! Ты кто? Я доктор Шульц, дантист. Вот моя визитка. Прикольно, никогда таких визиток не видел. Тамара, смотри. Теперь к вам, нигеры. Эй, снежок, только нигер может называть другого нигера нигером. Расслабься, мужичок, я за Обаму голосовал. Все нормально. Так, у меня тут вопросик. Кто из вас ремонтировал переход на Украине? Ну, я. Нога! Кровь течет! Течет, переход тоже течет. У вас столько общего. Всех не перестреляйте, волки позорные! А у кого это такой длинный язык? Кто это сказал? Может быть, ты? Может быть, ты? Или, может быть, это ты? Кто же это сказал? Да я это сказал! Чертяка, блин, наколол меня! Ух и фрукт у вас тут нигерский, вообще жуть! Короче, смотри, как тебя зовут, братюха? Я Джанго освобожденный! Какой освобожденный? Бурятка рожденный! А-а-а, тогда все сходится. Хорошо. Так, ребятулечки, у меня такой вопрос. Ты что-то знаешь про Дона Атрона, нет? Конечно знаю! Этот человек ставит везде фонтаны, срывает там старый асфальт. А между прочим, этот асфальт клали еще наши деды. Ну, деды неплохой праздник. Ну, короче, я тебе предлагаю поехать в этот странный городочек и развалить там всю халабуду. Ты со мной? Конечно. А мы? А вы свободны. Всю семейку прикупили спидеры, принесли мы их домой, присмотрелись нигеры. Мимо тещиного дома я без негра не хожу, то он рэп ей зачитает, то начнет пихать траву. Оп-оп-оп-оп-оп.
во двор, как на работу, ходят нигеры гулять. Хорошо, что ходят ночью, нам их ночью не видать. Мне любовница моя передает по рации: приходи ко мне домой, негры на плантации. А в это время на плантации Дона Атрона. Я устал, еще не чую. Еще успеем отдохнуть. Получаем. Дайте мои рабы! А что? Что это вы? Охренели в край? Я вообще в шоке. Значит так, ты иди кормить собак, а ты иди доить слонов. А, подожди, Си-Джей, иди сюда, на секунду. Да. А чё мы доим слонов? Ну, вы сказали доить, мы доим. Да? Так не надо больше. Потому что тут рыжий на меня косо смотрит. Всё, давай, вперёд, всё. Вперёд. Ну что же, рабы трутятся, бабки крутятся. Нашли тебя, Дон Атрон. Я не Дон Атрон, меня повысили, теперь я Дон Дик Дик Дон 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 Дик 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 Дон Атрон. Фонтанчик на память. Шпуньк. Не Шпуньк, Шульц, а это Джанго. Благословляю. Мы не по этому поводу. Мы пришли, чтобы ты отменил рабство. Ой, боже, как страшно. Вообще страшный такой, черный, страшный. Фу. Рабство они пришли отменять. Вы сначала справьтесь со своим самым классным киллером. Итак, непунктуальная Джессика. Сейчас выйдет. Вот она! Ну, не пунктуальная Джессика, опаздывает. К сожалению. Ничего страшного! Видит Бог, я этого не хотел. Демоны, залетайте! Страшно? Знакомьтесь. Я вообще в шоке, как это вы на конях на третий этаж. По помытому. Тамара 3 дня полы мыла. Итак, знакомьтесь, банда дырявых. Дырявые. И главный предводитель Кевин Спейси. Поняли уже все шутки, поняли? А? Страшно? Не заставляйте нас доставать свои пушки. А я бы хотел посмотреть на твою пушку. Кевин Спейси! Огонь! Ну что, все, я теперь вас буду убивать, потому что нас больше. Пожалуйста, не убивай нас. Ну ладно, давай убьешь, только дай нам шанс. Мы хотим помолиться. Последнее слово. Из ручья жизни мы утоляем жажду, но он пересохнет однажды. Пуля врага не пролетит мимо, мы покидаем этот мир, но остается имя, и только слышен ветра шум. Мы помним тебя, брат Тупак Шакур. Исайд, Вестсайд, воистину Вестсайд. Фига себе вы рэп зачитали, все, я больше не хочу вас убивать. Я теперь хочу с вами убиться. Танцуем, танцуем, дырявые! Эй, друзья, полисветы, класс! Ну что же, что мы хотели сказать этой домашкой? Тарантино, лох, гайдай, бог!
Ну а если серьезно, дорогие друзья, в первом полуфинале финал добрали еще одну команду, там, где мы играли. Во втором полуфинале такого не сделали. Не добрали очень одну хорошую команду, название которой Харли Квин. Они думали, что они не увидят финал, и вот они здесь на сцене. Харли Квин. Выходите сюда! Чернигов должен быть вместе, одна единственная сборная. Спасибо, зачарованные, до сна. Дякую.